life. That's what all the people say. Мы понимаем, что несмотря на ту атмосферу, которую приносит код в нашу компанию, он может отвлекать сотрудников, а они должны быть сосредоточены на рабочих задачах. Именно поэтому мы решили нанять отдельного менеджера, который будет ухаживать за котом, заботиться о нем, будет кормить его, чистить лоток, чесать пузико и играть с ним лазерной указкой. Я очень люблю животных и очень люблю кошек. И дома у меня только кошки, и всегда я имела отношение только к кошкам. Я считаю, что я идеально подхожу вот именно к этому коту. Because this crazy old world keeps going around.